Привет, я Елена Синбаева, двукратная олимпийская чемпионка. Сейчас мы находимся в Монте-Карло на моей спортивной базе. Именно на этих матах, на этой яме, на этом секторе я в 2008 году прыгнула мировой рекорд. Значит, когда мне исполнилось 15 лет, для гимнастики я была уже высокая. То есть я, когда выступала на брусьях, то я касалась ногами, чиркала полный. А и тут тренер по спортивной гимнастике предложил мне новый вид спорта на тот момент. Прыжки с шестом женские. Это был достаточно молодой вид спорта, он только развивался. Значит, парни говорили, что фу, женские прыжки с шестом, они для нас не существуют. И по прошествии многого времени и упорных лет тренировок я доказала, что женщин нужно уважать, особенно женские прыжки с шестом. Всем это один из самых популярных видов. А мужской шест, он уже для разогрева. Это как актрисы, актеры, певцы, которым нужна публика, от которых они заряжаются энергией. Когда идешь на соревнования, когда выходишь на арену, на стадион, а особенно Олимпийские игры, и вот этот вот многотысячный стадион, и он весь для тебя, это, конечно, это ничем не передаваемое ощущение. То есть это что-то волшебное. Я должна сказать, что Олимпиада — это волшебство, которое проходит раз в 4 года.